приветствую, дорогие друзья, на канале Солома, и видео у меня для вас сегодня очень необычное и интересное. Я хочу поделиться с вами одной необычной методикой, которая поможет нам стать здоровыми, выглядеть моложе, а также быть более энергичными и жить дольше. И естественно, что помимо всего прочего, нам нужно вести активный здоровый образ жизни, хорошо и правильно питаться, но эта методика действительно помогает. Оказывается, у нас есть такая волшебная точка фэн-фу. Она находится в основании черепа со стороны затылка. И если быть более точными, то она находится примерно на 3 сантиметра выше нижней границы волосистой части головы, то есть там, где сходятся голова и шея. И вот, дорогие друзья, оказывается, что если регулярно прикладывать к этой точке кубик льда, то организм сам начнет омолаживаться, а человек будет чувствовать себя бодрее, жизнерадостнее и более здоровым. Итак, все, что вам нужно сделать, это лечь на живот, нащупать эту точку в основании черепа и приложить к ней кубик льда или пакетик со льдом. И в таком вот состоянии нужно пролежать 10 минут. Такую процедуру нужно делать утром на голодный желудок, а также вечером перед сном. Если будете делать это регулярно, то в результате это очень хорошо скажется на вашем здоровье. Начнет лучше работать кишечник, ваш сон станет более крепким. Улучшится настроение, прибавится заряда сил и энергии, пройдут проблемы со щитовидной железой, пройдет зубная и головная боли. Расслабятся мышцы и стабилизируется общий гормональный фон организма. Вы начнете чувствовать себя более здоровыми. Да что говорить, вы и будете более здоровыми. Можно сказать, что качество жизни просто перейдет на новый уровень. Попробуйте делать так, друзья, в течение какого-то времени, и вы сами увидите результат. Он не заставит себя ждать. Я желаю вам здоровья и хорошего настроения.